Белый медведь – самый крупный представитель семейства медвежьих и самый крупный наземный хищник. Белые медведи-бродяги, странствующие по плавучим льдам Арктики в поисках участков открытой воды и полыни. Встречаются они и по арктическим побережьям Азии и Северной Америки. Случалось, что белых медведей видели и в тундре, за десятки километров от берега моря. Но рождаются белые медведи исключительно на суше. Самки устраивают свои берлоги в сугробах на арктических островах, в некоторых местах на берегу материка. Выбрав место, медведицы залегают в снежные норы и производят на свет одного, двух, редко трех детенышей, таких же маленьких, слепых и беспомощных, как и у других медведей. Через 2 месяца они подрастают настолько, что начинают вылезать из берлоги. А еще через 1-1.5 месяца семья покидает убежище и отправляется в свое бесконечное путешествие.